Всем привет, и мы продолжаем игру Том за золотом, и сегодня, друзья, мы будем простраивать домик для нашей неоновой Анжелы. Очень здорово, в прошлой части, друзья, нам удалось побить рекорд, и он составил 4 171 545. Ну что же, друзья, а сейчас давайте-ка мы посмотрим, что же мы уже сумели расстроить. Итак, домик мы уже расстроили, друзья, до 4 уровня, беседку тоже до 4. Вот такой вот то ли огород, то ли бассейн. Наверное, все же, друзья, это огород до 4. И кроме того, друзья, расстроили еще бассейн 4 уровня. Ну что же, друзья, есть у нас 23 тысячи. Не можем мы пока ничего купить. Нужно бежать, зарабатывать денежку. Ну что же, неплохо. Но вначале, друзья, давайте-ка мы откроем сейф. Посмотрим, что интересного еще попадет нашей любимой неоновой Анжеле. Итак, открываем сейф. Интересно, что же выпадет. И у нас 7 улучшений для шлема, 5 кристалликов и 7 улучшений для двойных слитков. Неплохо. Давайте-ка мы запустим еще открытие сейфов. Ага, вот, друзья, в бесплатном сейфе еще 3 бомбочки, 15 улучшений для двойных слитков, еще 15 кристаллов. Очень неплохо. Очень здорово. Итак, запускаем еще сейф. Кроме того, друзья, давайте-ка мы купим сейф с бриллиантами. Посмотрим, что же выпадет. И да, здорово, друзья, выпало 120 кристаллов. Еще выпало 1000 слитков. И 25 улучшений для самолетика, 8 бомбочек и 25 улучшений для шлема. Ну что же, замечательно, замечательно, друзья. Итак, отправляемся в побег. Ага, ну кроме того, друзья, мы можем еще что-то улучшить нашей Анжелочке. Итак, давайте-ка, что мы можем улучшить? И мы можем улучшить, друзья, время действия самолетика чудесно и время действия шлема. Ну что же, отлично, здорово, очень хорошо, замечательно, друзья. Кроме того, друзья, давайте-ка посмотрим, что же мы можем еще построить. И мы можем что-то построить. Итак, что же мы можем построить? Мы можем увеличить, вот, друзья, построить нашу беседку к 5 уровню, либо огород. Давайте-ка мы беседку. Вот, улучшим до максимума, до 5 уровня. Ну и же спокойно, друзья, побежим с вами добывать денежки, чтобы расстроить домик, либо же фонтан. И наша сегодняшняя миссия собрать 4 стиральные машины. Ну что же, здорово, друзья. Итак, вперед, побежали за вредным енотиком. Отлично, отлично, побежали, побежали. Догоняем вредного енотика. Вот так, хорошо. Прыгаем по вагончику. Ой-ой-ой, друзья, это было опасно. Не стал я рисковать. Вот в начале уровня, друзья, бывает слишком опасно вот перепрыгивать. Медленно двигаются машинки, и не всегда можно попасть, чтобы хорошо перепрыгнули. Вот так. Ой-ой-ой, друзья, ой-ой-ой, это было опасно, но тем не менее здорово справились. Отлично, 150 слитков собрано. Давайте-ка побегу за вредным енотиком. И вот, замечательно, друзья, взяли мы шлем. Очень хорошо. И давайте-ка, друзья, сразу же забежим в зимний мир Тома. Посмотрим, как здесь движение. И вот здесь мы, друзья, вот встречаем вредного енотика. Отлично. Ой-ой-ой, друзья, что-то я расслабился немножко. Нужно привыкать. Отлично. Спас шлем нашу неоновую Анжелу. Но нужно больше, друзья, не нужно так делать. Нужно быть очень внимательными. Итак, забегаем вверх. Собираем слитки. Уклоняемся от всевозможных препятствий. И вот так собираем. Да-да-да-да. Вот отлично, замечательно. Подныриваем. Очень хорошо, очень здорово. Что-то ни одной стиральной машины не вижу. И да, вот, друзья, появилась первая стиральная машина. Одна из четырех. Неплохо. Кроме того, друзья, вот взяли мы двойные слитки. Давайте-ка мы их собирать. И вот как чудесно, друзья. Сразу же забегаем в пещеру. И берем вот вкладочку с двойными слитками. Ну что же, неплохо, неплохо. Вот так перемещаемся. Ой, друзья, что-то здесь немножко поменялось. Но тем не менее, друзья, очень здорово. Итак, еще, друзья, награды 200 слитков. Замечательно. Собираем, 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 собираем. Вот так. Ну, к сожалению, время закончилось действие двойных слитков. Но тем не менее, очень хорошо насобирали золото. Ну что же, друзья, попробуем мы сегодня расстроить. Ай, друзья, пропустил стиральную машину. Пропустил стиральную машину. Как-то она неожиданно со стороны оказалась. Ну что же, давайте-ка я забегу, друзья, еще вот в подвальчик. Вот, хотя некоторые, друзья, мне
подсказывает, что это не подвальчики, это что-то другое. Ну вот, давайте-ка так здорово перепрыгиваем. Вот, отлично. И еще вот так. Замечательно, замечательно. Множество слитков собрано. Двигаемся дальше. Очень хорошо. Ай, друзья, пропустил шлем, пропустил шлема. Ну ничего, как-то неожиданно. И вот, друзья, еще одна стиральная машина. Удалось, удалось. Уже 2 из 4 мы собрали. Хороший результат. В принципе, если дальше так пойдет, мы очень быстро соберем стиральные машины. Итак, друзья, забегаю еще в мир Джинджера. Отлично, здесь множество самолетиков, хорошо. Очень мне нравится вот эта забавная трасса. Вот такая вот яркая, симпатичная, интересная. И, ну и нужно быть, конечно же, внимательными. Отлично, вот коварные самолетики. Вот, перепрыгиваем, вот так собираем, собираем. Очень хорошо. И еще вот так. Да, чудесно, чудесно. Вот. Очень хорошо. И еще вот так. Да, замечательно. Прыжок. И еще прыжок. И, друзья, очередная стиральная машина собрана. И уже мы 3 из 4. Ой-ой-ой, здесь опасно. Здесь был опасный момент. Знаю за него. Ну что ж, друзья, давайте-ка еще переместимся в зимний мир Тома. Посмотрим, как здесь идут дела. Ой-ой-ой, друзья, уже все убыстрилось. И, друзья, очередная стиральная машина. И да, да, друзья, собрано, собрано. И что же, какой же бонус? И у нас бонус, по-моему, 400 слитков. Нет времени смотреть. Да, по-моему, все же было 400 слитков. Отлично. Вот так, хорошо, хорошо. Бежим, бежим, бежим. Отлично. Итак, неплохой результат. Берем мы еще, друзья, слитки. Вот так уклоняемся. Вот очень чудесный результат. Очень неплохо. Собираем, собираем золото. Отлично, отлично. Множество слитков. И, друзья, давайте-ка забежим еще вот в подвальчик. Вот здесь у нас множество вот двойных слитков. Очень люблю вот этот уровень, потому что множество двойных слитков. Сразу же есть большой шанс насобирать их и, конечно же, развивать дальше домик для нашей Анжелочки неоновой. Дальше будем, друзья, уже строить домик для Хэнка Гавайского. А дальше, друзья, надеюсь, разработчики еще что-то интересное добавят. Отлично, в принципе, довольно-таки неплохо мы уже расстроили домик для нашей неоновой Анжелы. Отлично, отлично, немножко я свалился, но тем не менее. Ой-ой-ой, друзья, это было опасно. Коснулся сразу же вот препятствия, и немножко головка у нашей Анжелочки закружилась. Но вот так мы здорово подныриваем, уклоняемся. Хорошо, бежим дальше по городу. Друзья, пожалуйста, напишите, как вам это новое обновление, понравилось либо не очень. А пока, друзья, вот мы уже с вами насобирали 2700 слитков. Пока еще это рано. Отлично, отлично. Пока еще рановато, друзья. Конечно же, чтобы что-то расстроить, маловато денег для нашей неоновой Анжелочки. У нас такие уровни, что очень-очень нужно множество денег. Но все же, друзья, я надеюсь, что удастся нам сегодня вот либо домик, либо вот бассейн, либо фонтан что-то расстроить. Ну, в принципе, вот благодаря слиткам уже удалось немножко. И да, 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 давайте-ка я забежу. И да, здорово, мир неоновой Анжелы. Давайте-ка пробежимся по нему. Вот так, отлично, собираем слитки. И еще вот так, очень хорошо. Вот какой-то, друзья, еще двойной бонус удалось взять. Неплохо, неплохо. И еще вот так, чудесно. Вот, замечательно. Отлично, собираем, собираем. Вот, ой-ой-ой-ой-ой, что-то я, друзья, отвлекся. Еле удалось уклониться нам от всевозможных препятствий. Вот так. И да, 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 друзья, удалось взять магнитик. Итак, бежим дальше, посмотрим, что же удастся и как удастся пробежать. Вот нам, бежим мы пока по вот этому вот пляжному миру. Собираем слитки и надеемся все же расстроить что-то интересное для нашей неоновой Анжелочки. Ой-ой-ой, что это было? Друзья, это был магнитик, и, к сожалению, друзья, я свалился. Я свалился, и не удастся уже взять магнитик. Но, а вот смотрите, как здорово. Вот не удалось там, так вот получилось вот здесь. Ну что же, неплохо, неплохо. Бежим дальше, и вот, ой-ой-ой, друзья. Нет, не хотим сдаваться. Это греется, друзья, мой телефончик. Ничего страшного.
И да, здорово, здорово, здорово. И еще вот так. Замечательно. Множество двойных слитков. Очень хорошо. Идем, друзья. Нужно обязательно забегать в подвальчики ради вот таких вот моментов. Ради того, что есть двойные слитки. Хотя, друзья, вот еще ни разу самолетик не попадался. А очень бы хотелось покататься на самолетике с нашей неоновой же Анжелочкой. Отлично, бежим, бежим, бежим. Вот так, чудесно, чудесно. Множество слитков собрано. И уже у нас практически, друзья, 4000. А вот, друзья, и наша просьба. Хотели мы самолетик. И вот выпал нам самолетик. И да, есть, друзья, уже 4000 слитков мы насобирали. Маловато, конечно, но тем не менее хороший результат. Итак, летим, летим, собираем, собираем слитки. Вот, уклоняемся от всевозможных препятствий. Ну что же, неплохо, неплохо. А что это у нас? И это у нас, друзья, двойные слитки. Замечательно. Ой, что-то нам сегодня везет на двойные слитки. Но это, конечно же, приятно. Это здорово, друзья. Благодаря им мы сможем достаточно быстро насобирать денежек для нашей неоновой Анжелочки. И вот, друзья, давайте-ка забежим еще в ночной мир. Посмотрим. И здесь у нас сейф. Вот. Хорошо, хорошо. Отлично. Множество сейфов, это всегда приятно. Очень они нужны. Вот, собираем, собираем. И еще вот так уклоняемся. Отлично, отлично, хорошо. Ой-ой, друзья, нужно было перепрыгнуть на вагончик. Что-то я отвлекся. Но, тем не менее, мы хорошо бежим. Вот так, отлично. И еще вот так, замечательно, замечательно. Собираем, собираем слитки. Так, что здесь у нас? Отлично, друзья. И берем магнитик. И здорово, собираем множество. Ну что же, давайте-ка еще забежим в пляжный мир. Хотя здесь очень редкие двойные слитки, но тем не менее бывает. Вот, но зато, друзья, удалось взять какое-то удвоение, какой-то двойной бонус. Очень неплохо, очень здорово. Ну что же, замечательно. Собираем, собираем. Вот так, отлично. И еще вот так. Ой-ой-ой, было опасно, что-то я немножко отвлекся. И да, да, замечательно, друзья, удалось взять мне вот шлем. Хорошо, собираем. Кстати, друзья, что-то давно у нас не было. Вот не заезжали мы с вами, вот именно не попадался мир Бена, подвальчик. Вот есть у нас ночной город Анжелы, уже третий или четвертый раз мы забегаем, а вот что-то удивительно. Ага, вот свалился немножко, ну как-то вот так. Не попадался мир Бена с его колоннами. Хоть не заскучал я, конечно же, за ним, но тем не менее удивительно, что он еще не попадал ни разу. Как правило, очень сложный мир, не просто по нему бегать, и, как правило, часто выпадал. Ой-ой-ой, друзья, это было опасно, что-то я немножко отвлекся, но тем не менее хороший результат. Ой-ой-ой, еще вот так, чуть не свалились. Ну что же, бежим, бежим. А, вот, вот, и как раз и попался мир Бена с его колоннами. Попробуем, друзья, здесь не попасть в аварию. Отлично, отлично. Давайте-ка я пробегу через верх. По-моему, здесь, друзья, поверху бежать намного безопаснее. Вот, подныриваем. Ой-ой-ой, вот так, перепрыгиваем. Вот, и давайте-ка, друзья, еще попробуем забежать наверх. Вот, чудесно. Немножко я все же спрыгнул ради двойных слитков. Но, тем не менее, друзья, очень хорошо бежим. Вот, смотрите, сколько двойных слитков удалось нам собрать. И еще вот удалось взять магнитик. Ну что же, друзья, забегу я еще в мир неоновой Анжелочки. Посмотрим, что здесь еще интересненького выпадет нам. Ну что же, неплохо, неплохо, множество слитков. И, друзья, удалось взять удвоение, двойные слитки. Вот, чудесно, чудесно. Да, сегодня как раз наш день. Очень здорово идут двойные слитки. Вот, немножко я свалился. Нельзя делать так, нельзя так рисковать. Но, тем не менее, друзья, неплохо. Вот, замечательно. И вот, к сожалению, закончилось действие двойных слитков. Но, друзья, удалось взять... Ой, шлем. Ну что же, давайте-ка я, друзья, еще забегу в мир Бена с его колоннами. Вот, возможно, друзья, еще выпадет какая-то интересная плюшечка. Вот так, чудесно, чудесно. Хорошо, пробегаемся через верх. Вот, я вижу, друзья, все же, друзья, бегать через верх безопаснее. Ну, не всегда, конечно же, можно. И да, друзья, удалось взять мне шлем.
Теперь мы можем не бояться столкновений, но тем не менее пока побережем шлем. Вот, отлично, отлично. Подныриваем, собираем слитки. Очень хорошо. Множество слитков собрано. И, друзья, давайте-ка мы забежим еще в ночной мир неоновой Анжелочки. Вот, догоняем мы енотика. В прошлой части, друзья, удалось мне выбить 3 звезды. К сожалению, сегодня нет вот пещеры. Как я понял, через раз вот оно как-то срабатывает. Так, бывает пещера, бывает нету пещеры. Почему вот так, непонятно. Друзья, пожалуйста, кто в курсе, напишите, можем ли мы в каждом видео вот находить пещеру вот вредного енотика, чтобы из него выбивать золото, или вот какие-то есть особенности, как мы можем вот находить эту пещеру, или она автоматически выпадает. Так, не хочется мне забегать что-то в мир Бена, достаточно было 2 раз побегать. Давайте-ка еще через верх немножко пробежим, возможно, какая-то еще интересная локация попадется. Вот, здорово, здорово. По-моему, друзья, у меня уже лучше начало получаться бегать по вот именно по поездам. Сверху раньше у меня не так получалось по крышам, ну вот. А сейчас уже, друзья, видите, заговорился немножко и свалился. То есть отвлекаться в этой игре нельзя, но тем не менее. Ну что же, друзья, давайте-ка мы забежим в подвальчик. И вот, здорово, друзья, удалось мне вот собрать 2 миллиона. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, еле-еле, друзья, как мы не попали, как мы не свалились, непонятно. Вот тоже немножко отвлекся. И, к сожалению, друзья, пропускаю шлем. Пропускаю шлем, очень жаль. Но, тем не менее, хорошо, хороший результат. Бежим, перепрыгиваем. Вот так уклоняемся. Ну что же, замечательно, замечательно, очень хорошо. Итак, что здесь у нас? Множество слитков. И вот так во время прыжка собираем слитки. И, друзья, конечно же, забегаем в мир Морозного Тома. Посмотрим, что здесь интересного попадет. Но здесь такие скоростя, друзья. Смотрите, какой кошмар. Вот, нужно привыкать. Нужно к этому делу очень быть готовыми. И нам это удается. Ну что же, замечательно. Итак, прыжок. Уклоняемся, подныриваем. Еще собираем. Вот так. Да-да-да, чудесно, чудесно. Множество слитков собрано. Отлично, бежим, бежим дальше. Вот так, хорошо. Очень здорово. Отлично, и вот так здорово мы пробегаем зимний мир нашего Морозного Тома. Ну и, конечно же, забегаем опять в подвальчик. Все, чтобы собрать денежки для нашей неоновой Анжелочки. Ой-ой-ой-ой, какое все же было интенсивное движение. Нельзя останавливаться. Нужно собирать золото, нужно бежать. Вот так, чудесно, чудесно. И еще вот так. Кстати, друзья, что-то давно у нас двойные слитки не попадались. Но надеюсь, что в ближайшее время они все же попадутся. Итак, прыжок собираем, собираем. И вот так по дуге еще прыгнем, соберем. Итак, давайте-ка я, друзья, еще забегу в мир Джинджера. Вот, пособираем еще здесь слиточки. Вот так, чудесно, чудесно. Ой-ой-ой, что это было? Так, вот, через бревна перепрыгиваем. Вот, ой-ой-ой, друзья, это было опасно, очень хорошо. Ой-ой-ой, друзья, опять мы что-то, телефончик греется. Вот такой вот бывает неприятный нюанс, но тем не менее. Ну, вот так, здорово, здорово. Так, неплохо, неплохо, бежим, перепрыгиваем, подныриваем. Вот так, замечательно, замечательно, ой-ой-ой. И да, 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 удается пройти вот этот уровень. Давайте-ка мы, друзья, еще забежим в мир Морозного Тома. Посмотрим, что здесь попадет. Ой-ой-ой, друзья, ничего себе, какое сразу же движение. Очень-очень необычно, очень тяжело, но тем не менее, друзья, справляемся. Вот так, хорошо-хорошо, уклоняюсь. Вот чудесно-чудесно. И еще вот так, замечательно. Догоняем енотика. И, друзья, у нас уже 2500 собрано счет. Хотя бы до 3000 добраться, это было бы здорово. Лично уклоняемся, уклоняемся, перепрыгиваем. Ой-ой-ой, друзья, ну, в принципе, неплохо удалось нам справиться. Давайте-ка, друзья, я еще забегу в мир Бена. Посмотрим, что здесь интересного. И вот, да, друзья, есть у нас двойные слитки. Давайте-ка мы их собирать. Вот так чудесно, чудесно, чудесно. Вот, замечательно, подныриваем. Очень здорово, очень хорошо. И еще вот так. Да, 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 замечательно, замечательно. Вот,
Очень хорошо. Есть еще, кроме того, удвоение. Вот так. И еще, друзья, двойные слитки удалось нам. Множество двойных слитков. Очень приятно. Итак, собираем, собираем. Пока действует бонус. Так, не буду я пока забегать в подвальчик. Пока действует действие двойных слитков. Вот так. Чудесно, чудесно. Кстати, а что это там мелькает? И это у нас магнитик. Вот, замечательно, друзья. Хорошо. С магнитиком бежать очень приятно. Итак, друзья, у нас уже счет 2700. Еще немножко, друзья, и мы достигнем результата 3 миллиона. Ну, очень бы этого хотелось. Ну, посмотрим, удастся ли. Итак, друзья, взяли шлем. Замечательно, перепрыгиваю. Уклоняемся вот так. Да-да-да-да-да. Ой-ой-ой. Было опасно, чтобы не попасть в аварию. Пришлось, друзья, спрыгнуть. Ну что же, неплохо, неплохо. Бежим, и у нас впереди мир неоновой Анжелочки. Давайте-ка мы забежим в подвальчик. Вот так, хорошо, хорошо. И еще вот так, замечательно. Отлично. Ой-ой-ой, это было опасно. Кстати, действие шлема уже закончилось, поэтому, друзья, нельзя надеяться на шлем. Ой, отлично, подныриваем. Вот так, здорово, здорово, чудесно, чудесно. Собираем, собираем. И да, друзья, удалось нам взять магнитик. Хорошо, бежим, бежим дальше. Вот так. Чудесно, чудесно. И еще вот так. Вот, да, 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 друзья. Итак, здорово, бежим. Так, можно было бы забежать в мир Бена. Но, друзья, решил я пробежаться еще через верх. Вот, друзья, не прогадал. Удалось взять нам шлем. Вот так, хорошо, хорошо. Ну, конечно, если бы там был кактус, я бы, друзья, с удовольствием забежал, потому что... Вот, ой-ой-ой, друзья, вот спас шлем нашу Анжелочку, но, друзья, вот не удалось взять двойные слитки. Там были двойные слитки, чуть-чуть мне не хватило его, их, чтобы взять. Ну, пускай уж будет так. Ну что же, забегу я еще в мир Морозного Тома. Очень здесь интенсивные движения, но, друзья, я уже, по-моему, к нему привык. Вот так, здорово, собираем. И еще вот так, чудесно. Чудесно, просто замечательно. Множество, множество слитков, множество поездов. И Анжелочка молодчинка совсем справляется, уклоняется вот так. Вот замечательно, замечательно, хорошо. Прыжок, еще один прыжок. Вот так, да, 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 замечательно. Друзья, и у нас 3 миллиона. Отлично, отлично, очень хороший результат. Вот только нужно быть очень внимательными. Давайте-ка мы забежим еще вот в морской мир, вернее в пляжный мир. Будем собирать здесь слитки. Надеюсь, друзья, что еще удастся мне где-то вот попасть на двойные слитки. Вот, видите, здорово бежать. Ай, к сожалению, друзья, пропустил шлем. Ну, ничего, ничего страшного. Вот, догоняем вредного енотика. К сожалению, закончилось действие магнитика. Значит, будем вот так собирать. Хорошо. Отлично, отлично. О, да, 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 друзья. И удалось, друзья, взять вот двойные слитки. Причем, друзья, еще и магнитик. Так, пока не буду, друзья, забегать к неоновой Анжели, пока пособираем двойные слитки. Ой-ой-ой, друзья, это было опасно. Чуть-чуть не врезался. Хорошо, замечательно. И еще вот так. Да, 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 да. Вот, очень хорошо. Бежим. Очень много насобирали. И вот чудесно, друзья, удалось взять мне шлем. Правда, сразу же его и использовал. Ой-ой-ой, как это было опасно. Что-то тоже, друзья, пошло такое вот движение интенсивное, что еле-еле нашей Анжелочке удается вот уклоняться. Вот так, замечательно, замечательно. Бежим, 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 уклоняемся. И вот, да, есть изображение с кактусом. Давайте-ка я его возьму. И вот видите, друзья, забежали. И здесь оказался мой любимый уровень. С двойными слитками. И что, друзья, уже 11 тысяч мы с вами насобирали. Ну что же скажу, очень чудесно, очень замечательно. Кстати, а где остальные двойные слитки? Ага, вот они, вот они, вот они. Было какой-то пустой момент. Непонятно, где все машины исчезли. Ну, а вот и опять все появилось. Ну что же, очень-очень здорово. И давайте-ка, друзья, я возьму магнитик. Ой, кстати, друзья, нужно было забежать в мир неоновой Анжелочки. Что-то я вот так немножко расслабился. А здесь очень все
расслабляться, нужно быть очень внимательными. Вот так, например, и еще вот так. Нужно очень здорово вот ориентироваться, уклоняться и, конечно же, собирать вот эти интересные плюшки. Вот, замечательно, замечательно. И еще вот так, очень хорошо. Ой-ой-ой, друзья, как было опасно, но тем не менее, очень хороший результат, друзья. 3,5 миллиона уже собраны. Давайте-ка мы еще забежим в подвальчик, посмотрим, что здесь интересного попадает. Вот так, замечательно. Ой-ой-ой, это эти самолетики, друзья, очень опасные, но тем не менее удается от них уклониться. Перепрыгиваем вот так, очень хорошо. Ну что же, одна из моих тоже любимых локаций, очень-очень нравится мне здесь. Вот, к сожалению, друзья, была ошибка, но вот спас шлем нашу неоновую Анжелочку. Вот, чудесно-чудесно, уклоняемся от самолетиков вот так и собираем, друзья, вот двойные слитки. Отлично, отлично. Очень хорошо, друзья. Итак, вот есть у нас уже 3 миллиона 600. Не знаю, друзья. Очень хорошо пробежали. Вот, замечательно. Ой-ой-ой, как это было опасно. Но, тем не менее, удалось уклониться. Вот, чудесно, чудесно. Очень хорошо, замечательно. И еще вот так. Да. Уклоняемся. Вот. Супер. И еще, ой-ой-ой, друзья, как это было опасно. Еле-еле удалось нам уклониться. Вот так, да, чудесно, чудесно. Итак, бежим дальше. Вот, перепрыгиваем и, друзья, забегаем в мир Морозного Тома. Итак, множество слитков. Собираем, хорошо, хорошо. Вот, чудесно. И еще вот так перепрыгиваем. Вот, конечно, маловато двойных слитков, хотелось бы больше, но тем не менее, очень хороший результат. Вот, подныриваем, посмотрим, друзья. Ой-ой-ой, очень-очень интенсивные движения, но удается нашей неоновой Анжелочке вот прорваться. Отлично, берем сейф, уклоняемся, вот так, чудесно-чудесно, хорошо. И еще, друзья, вот взяли магнитик, отлично. Вот, забегаем, друзья, еще в мир Джинджера. Вот, множество слитков. Очень хорошо, очень хорошо. И здесь нужно быть, друзья, очень внимательными, потому что эти выдвигающиеся колонны и самолетики, они очень-очень опасны. Итак, вот так, здорово перепрыгиваем. Берем шлем, подныриваем. Друзья, и вот я смотрю на количество денег, и у нас, друзья, и количество вот... пройденного. У друзья, у нас еще немножко и будет уже 4 миллиона. И да, буквально еще немножко. И, друзья, мы уже наберем с вами 4 миллиона. Ну, надеюсь, по крайней мере, что это получится у нас. Вот так, здорово, здорово, здорово. Уклоняемся. Вот, замечательно. Еще прыжок. Очень хорошо. Вот, чудесно, чудесно. И еще вот так. Замечательно. Множество слитков собрано. И да, друзья, собрали мы 4 миллиона. Вот, супер. Очень хороший результат. Замечательно. И вот, друзья, надеюсь, что нашей Анжелочке уже хватит денег, чтобы расстроить домик до 5 уровня. Все же настроен, друзья, есть, чтобы сегодня расстроить уже домик ей до 5 уровня. Это было бы здорово, это было бы интересно. Итак, прыжок, замечательно. И еще вот так, чудесно, чудесно. Итак, давайте-ка забежим в мир Морозного Тома. Ой-ой-ой, друзья, что-то я не сообразил. Нужно было сразу же вот с вами перепрыгивать вот сюда и, конечно же, забираться на вагончик. Но, тем не менее, друзья, хорошо, что не свалились. Итак, собираем. Вот так, здорово, множество слитков собраны. Бежим дальше, друзья. Замечательно. И еще вот так, да, чудесно. Подныриваем, собираем слитки, уклоняемся. И, друзья, интересно, удастся ли нам сегодня побить рекорд. Очень бы этого хотелось. И да, вот, друзья, изображение кактуса. Давайте-ка мы забежим. И здесь множество двойных слитков. Ну, а двойные слитки, это всегда супер. Это всегда замечательно. Вот так, я уже, друзья, надеюсь, что точно хватит, возможно, еще на что-то хватит, но по деньгах, я смотрю, должно, друзья, хватить. Должно хватить, чтобы расстроить уже домик
неоновой Анжелы для, до максимального уровня. Если мы это сделаем, это будет очень приятно. Вот так, да. И, друзья, удается взять еще, кроме того, и магнитик. Ну что же, давайте-ка, друзья, еще забежим в мир Джинджера и посмотрим, что интересного здесь у нас появится. Вот так, здорово. Хорошо, отлично. Здесь нужно быть очень внимательными, особенно с вот этими выдвижными колоннами. Очень они коварны, опасны. Перепрыгиваем. Вот, чудесно. И еще вот так. Да, замечательно. Очень хорошо. Бежим. Собираем. Вот, опять эти вредные выдвижные колонны. Вот, еле-еле, друзья, уклонился. Вы видите? Ой. И здорово. Рекорд. Непонятно, друзья, как я попал в аварию. Даже не увидел вот этого препятствия. Но, тем не менее, как-то вот так случилось. Давайте-ка я удвою сумму. И здорово. И я надеюсь, друзья, уже удастся нашей Анжелочке что-то расстроить. Давайте-ка мы посмотрим. Посмотрим, что же делается. Итак, друзья, здорово. Мы можем расстроить домик для нашей Анжелочки до максимального уровня. Супер. Ну что же, здорово, отлично. К сожалению, друзья, еще не хватает нам денег, чтобы расстроить. Итак, что же нам не хватает? Нам не хватает, друзья, денег, чтобы кристаллов, чтобы расстроить огород. И не хватает вот слитков, чтобы расстроить бассейн. Ну ничего, в следующем видео, друзья, я думаю, мы это исправим. Оплошность. И уже вот насобираем денег. Не так-то много осталось вот слитков, чтобы насобирать. И, конечно же, перейдем к домику гавайского Хэнка. Тоже очень интересно будет посмотреть, как это все получится. Ну, а дальше разработчики пока еще не сделали. Ну что же, друзья, на этой чудесной ноте пока, друзья, мы будем уже с вами прощаться. Всем пока-пока. А вы подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, пишите пожелания, комментарии. Итак, друзья, всем пока-пока. До новых встреч.